Один точный удар убил его почти мгновенно. Экстренный выпуск. Все эти сумки воняют хуже, чем бочки с тухлой рыбой. Даже не знаю, с чем сравнить. Эта зловонная слизь повсюду. Возьму образец для доктора Гранта. Скорее, неси их сюда, пока соседи не увидели. Это последние. Я сделал все, что мне велели, верно? Когда начнется мое посвящение? Так, посмотрим, что тут у нас. Скорее, неси их сюда, пока соседи не увидели. Я сделал все, что мне велели, верно? Когда начнется мое посвящение? Сектанты сбрасывали мертвецов в подвал магазина. Каким-то образом трупы соединились вместе, и получилось огромное чудовище. Добро пожаловать в Окманский университет. Чем могу помочь? Я ищу профессора Вестербрука. Не знаете, где он? Вы принесли ему новый экземпляр? А какой экземпляр? Неважно. Он на факультете медицины. Я покажу, куда пора идти. Вы узнаете этот флакон? Можете сказать, откуда он? Простите, в нашем университете сотни таких флаконов. Ладно, мне нужно узнать, что в нем. Есть идеи? Так вам нужно провести анализ. Наверняка вам помогут на факультете медицины. Хорошего дня. До свидания, сэр. Прекрати! Дверь не поддается. Здравствуйте, сэр. Добро пожаловать на медицинский факультет Окманского университета. Я Сэмюэл. Чарльз Рид, частный детектив. Если не возражаете, я задам вам пару вопросов. Вам знаком этот флакон? Можете сказать мне, что в нем? Это точно один из наших лабораторных флаконов. У нас их полно. А насчет содержимого... Нужно провести анализ. Вы можете это сделать? Реагенты стоят недешево. К тому же, в любой другой день я бы не отказался, но сейчас... У нас небольшие проблемы. А что случилось? В нашей лаборатории полно существ. Профессор Вестербрук проводит необычные эксперименты, и что-то пошло не так. Совсем не так. А в другой лаборатории вы работать не можете? Боюсь, что нет. Все остальные лаборатории разгромлены. Ладно, неважно. Значит, если я устраню эту проблему, вы проведете анализ? Бесплатно. У нас скромный бюджет, мистер Рид. Ваши усилия послужат науке. Разве этого мало? Ну, пусть тогда наука сама себе служит. Ладно. Разберитесь с нашей проблемой, и я проведу для вас анализ. Неофициально. Вот ключ от подвала. Дверь не поддается. Этой твари даже прикасаться противно. Кому пришло в голову ее вскрывать? Как я рад, что эта тварь мертва. Зачем они вообще ее здесь держали? Интересно, что будет, если нажать на эту кнопку? Попробовать или не стоит? Такое искушение... В вашей лаборатории больше не осталось живности. Великолепно! Вы оказали нам огромную услугу, мистер Рид. Теперь мы можем вернуться к работе. Ваша лаборатория интригует. Зачем вы проводите эксперименты над этими тварями? Они удивительные, правда? Разве мы могли их проигнорировать? Это же совершенно новые ветви эволюционного дерева. Возможно, но теперь там столько мертвечины. Она привлечет падальщиков. Вы об этом не подумали? Нет. Вы правы. Мы будем осторожнее в будущих экспериментах. Я свою работу выполнил. Вот флакон. Теперь вы можете проанализировать его содержимое. Да. Подождите здесь. Это недолго. Сэр, мы провели анализ. В общем, это рицин. Рицин? Ядовитое вещество, которое добывают из клещевины. Яд действует медленно, но смертельно опасен для человека. И где можно достать рицин? В аптеках же такое не продают. Да, это редкое вещество. Но у нас оно есть. Для исследований. Рицин хранится на нашем складе ядовитых веществ. Или хранился. Боюсь, что он именно оттуда. Этикетку переклеили, но это... явно наш флакон. Где вы его нашли? На месте преступления. Кто-то пытался отравить кучу рыбы. Это ужасно. Нужно рассказать об этом всему университету. Как можно определить, что человека отравили рицином? Симптомы появляются в течение нескольких дней. Сначала это похоже на простуду, но постепенно... В общем, начинается кровотечение и отказ внутренних органов. Не самая приятная смерть. Есть ли противоядие от рицина? Боюсь, что нет. Если он попал в организм, смертельный исход неизбежен. У кого есть доступ к вашему хранилищу ядовитых веществ? Ключ есть только у профессора Вестербрука. Его кабинет наверху, рядом с кабинетом профессора Кавендиша. Правда, сейчас Вестербрука нет. Он уже несколько дней болеет. А профессор Кавендиш в отпуске. Где они живут? Точно не знаю, но, скорее всего, в Адвенте. Там живут многие преподаватели. Ох, думаете, это сделал один из них? Я это выясняю. Можно мне подняться наверх? Хорошо. Дело серьезное. Я вам помогу. Вот ключ. Только, пожалуйста, не трогайте вещи профессора. Я хочу побольше узнать о ваших профессорах. Что именно вас интересует? Я хочу узнать о Вестербруке. Вестербрук возглавляет наш факультет. Он здесь уже Лет 30, не меньше. Едва ли не дольше всех остальных. Как вы уже поняли, его особенно интересуют вайлбисты, которые недавно появились в городе. Да, у вас тут уникальная фауна. Не знаю, как он этого добился, но люди мистера Трогмортона поймали ему живых особей для исследований. Он уверен, что скоро совершит открытие в теории эволюции. Раскроет тайну, которая послужит на благо человечеству. Некоторые тайны лучше похоронить как можно глубже. Сразу видно, что вы не ученый. Главный вопрос не почему, а что если. Что вы можете рассказать о профессоре Кавендише? Один из наших самых блестящих преподавателей. Он получил докторскую степень в 25 лет, представляете? Его исследования в области биохимии просто гениальны. Если бы он завершил свою работу, то получил бы Нобелевскую премию. А почему не завершил? Не знаю. У него какие-то неприятности в семье. Он стал замкнутым, раздражительным. Ему трудно сосредоточиться. Надеюсь, он решит все свои проблемы. Нам нужен его талант. Особенно в это тяжелое время. До встречи. Точно в такой же склянке был яд. Думаю, выйдет неплохая копия. Я хочу... Что именно вас интересует? Что вы можете... Один из его... А почему не завершил? Не знаю. Надеюсь... До встречи. Серьезное оборудование. Похоже, Окманский университет хорошо финансируется. Успейте приобрести со скидкой. Экстренный выпуск. Все новости достойные печати. Подходите, выбирайте, дешевле не найти. Экстренный выпуск. Все новости достойные печати. Купите газету, мистер. пары в Окманте. Дверь не поддается. Этот Кавендиш провел неплохое расследование, и все нити ведут к ТОТ. Судя по слою пыли, это кольцо давно не надевали. Зачем тогда его хранить? Я любил тебя. Я всегда тебя любил. Ты никогда не поймешь нашей великой цели. Моего ребенка благословило море. Я ухожу от тебя, Джордж. Джордж, я больше не могу так жить. Я должна тебе кое-что сказать. Анна, мне плевать, что требует твой проклятый ТОТ. Я думал, что это мой ребенок. Мой! Так, посмотрим, что тут у нас. Джордж. Анна, мне плевать, что... Ты никогда не поймешь нашей великой цели. Моего ребенка благословило море. Я ухожу от тебя, Джордж. У Джорджа Кавендиша была жена по имени Анна. Она родила благословленного морем ребенка, но не от него. Ребенка забрал ТОТ, поэтому они расстались. Такой. Что вы здесь делаете? Успокойтесь. Я Чарльз Рид, частный детектив. Вы вломились в мой дом. Откуда мне знать, что вы не грабитель? Что вам здесь нужно? Вам придется мне кое-что объяснить, Кавендиш. Зачем вы отравили рыбу на складе ТОТ? Врать не советую. Вам не нравится мое вторжение? Лучше не провоцируйте меня. Поверьте, злости у меня хватит на двоих. Как вы смеете? Я спрошу вас вежливо только один раз. Дальше говорить будет мой пистолет. Ладно. Да, это сделал я. Но у меня была веская причина так поступить. Во всем виновата Анна. Какое отношение ко всему этому имеет Анна? Как вы уже могли догадаться, она моя жена. Бывшая. Ага. Теперь картина начинает проясняться. ТОТ украл ее у меня. Все началось с бесплатной рыбы. Тогда у всех было плохо с припасами. Они приманили ее своими бреднями о милостивом море и всеобщем благе. Сперва я закрывал на это глаза, но потом... Она забеременела. Да. Сначала я был на седьмом небе от счастья. Но потом эта змея сказала, что ребенок не от меня. Она сказала... что это благословение моря, что зачать этого ребенка потребовал ТОТ. Будь они все прокляты, я просто не мог с этим мириться. Потрясающе. И какая же причина заставила вас отравить невинных людей? Вы ведь знаете, что ТОТ кормит голодных. В том-то все и дело. Они занимаются этим не ради благотворительности. Так они усиливают свое влияние и вербуют сторонников. А потом некоторые из этих адептов бесследно исчезают. И не только они. ТОТ похищает и обычных людей. И чем тут поможет отравленная рыба? Понимаете, еще не все в городе доверяют ТОТ. Некоторые пытаются им противостоять. Как богатые, так и бедные. Если будет еще несколько несчастных случаев и пойдут слухи, что их рыба отравлена, то люди испугаются и перестанут доверять ТОТ. Должен быть другой способ борьбы. Если преступление ТОТ очевидны, почему вы не обратитесь в полицию? Эти сволочи изобретательные и прекрасно умеют поддерживать безупречную репутацию. Я обращался в полицию. Это бесполезно. А устраивать публичный скандал и подавать на них в суд равносильно самоубийству. Что такое благословение моря? Как вы думаете, что вызывает у людей Инсмутский синдром? То, что они живут в Инсмуте? Этакая им забытая деревня тут ни при чем. Все из-за монстров, морских тварей, которых называют глубоководными. Они оскверняют наших женщин своим семенем, и те производят на свет выродков с рыбьими мортами. Откуда вы столько узнали про ТОТ? Когда Анна ушла, я провел расследование и проследил связь между инсмутцами и ТОТ. Это древняя и могущественная организация. Они появились в Инсмуте в середине 19 века, примерно в то же время, что и первые люди с инсмутским синдромом. Это же не просто совпадение? Конечно, нет. А еще они невероятно богаты. У Блэквудов дела пошли в гору сразу после того, как они вступили в ТОТ. И как вы теперь поступите? Мне помешали, и я не смог довести план до конца. ТОТ получил новую партию рыбы, но теперь охрана будет начеку. Я понимаю, что не вправе просить вас, мистер Рид, но после всего, что я вам рассказал, не согласитесь ли вы помочь мне? Ладно, рассказывайте. Какая помощь вам нужна? Отравите оставшуюся рыбу. Пострадавшие уже есть, но их слишком мало. ТОТ вам доверяет, так что провернуть это будет несложно. Мой человек в рядах ТОТ сообщает, что им как раз привезли новую партию рыбы. Займитесь ею. Вы сказали, что у вас есть агент в ТОТ. Он занимает высокое положение в организации? Я вижу, к чему вы клоните. Вам тоже что-то нужно от ТОТ? Да. Я пытаюсь разыскать одну женщину. Возможно, она у них в плену. Мой агент вам поможет. Если ТОТ держит кого-то в плену, то он в курсе. Мы все будем в выигрыше. Ладно, мне нужно немного подумать. Конечно. Но думайте быстрее. Я хочу получить ответ, прежде чем вы уйдете. Надеюсь, вы понимаете, почему. Ну что, вы приняли решение? Я обдумал ваше предложение. Ваши методы отвратительны, да и план не лучше. Но эти люди слишком опасны, и я больше не собираюсь им помогать. Я с вами. Вы окажете городу огромную услугу, мистер Рид. Можете не сомневаться. Постараюсь. Напомните, что я должен сделать. Вам нужно отравить новую партию рыбы на складе ТОТ. Ее хорошо охраняют, но я уверен, вы что-нибудь придумаете. Мне нужно поговорить с моим агентом. Когда закончите, разыщите меня по этому адресу. Вот вам немного рицина. Будьте с ним осторожны. Хорошо. Умирать я пока не собираюсь. Куча красивых платьев, которые давно никто не носил. Кажется, тут какая-то семейная драма. Ты чего? Это снова я, Дэрил. Я служу морю. Слава морю, мистер Рид. Рад вас снова видеть. Как у тебя дела? Как видите, все еще охраняю эту развалюху. Не возражаешь, если я зайду внутрь? Конечно, без проблем. Можете оставаться здесь сколько захотите. Дэрил, слушай меня внимательно. Если хочешь жить, немедленно убирайся из города. Из-за этой отравленной рыбы тебе угрожает опасность. ТОТ вцепилась в эту историю, как собака в кость. Рано или поздно правда раскроется. Что? Не может быть! Дэрил, я говорю тебе это только потому, что уважаю тебя. Ты честный человек. Уезжай отсюда и забудь про ТОТ, иначе они тебя убьют. Хорошо, я понял. Вы никогда меня не обманывали. Я уеду. Не пропадай, Дэрил. Спасибо с моря, мистер Рид. Дело сделано. Я отравил рыбу. Отлично. Вы нанесли сокрушительный удар Окманскому подразделению ТОТ. Это настоящий подвиг, мистер Рид. Ну и что у вас дальше по списку? Будете кого-то вешать? Топить котят? Мы уже сделали более чем достаточно. Когда я окончательно уничтожу ТОТ, то сдамся полиции. На моей совести уже несколько преступлений, от кражи до массовых убийств. Я не стану скрываться от правосудия. Ну, хоть что-то. Я не хочу, чтобы кто-то разделил мою судьбу. За все свои преступления я отвечу сам. Надеюсь, ваш агент ответит на мои вопросы, Джордж. Он уже ждет вас в подвале рыбного рынка. Его зовут Фред. Вы должны назвать ему пароль. Да вы шутите? Опять пароли? Да, мы решили бороться с ТОТ его же оружием. Забавно, правда? Какая ирония. Ага, забавнее некуда. Просто обхохочешься. Ладно, запоминайте пароль. Море требует жертв. Удачи. Вам что-нибудь известно о Гарри Доу? Она была профессором в университете. Гарриет... Ах да, помню. Блестящий антрополог. Я всегда с удовольствием читал ее статьи. Это ее вы ищете? Да, она участвовала в злосчастной подводной экспедиции Трогмортона. Именно там она попала в лапы ТОТ. Похоже, у них хобби такое — похищать талантливых женщин-ученых из университета. Уроды. Счастливо.